Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle, ДВ Новости. Здравствуйте, наша тема сегодня. Допинговый скандал российских атлетов требует отстранить от международных соревнований. Громкий процесс в Киеве судит предполагаемых российских военных. Бывший канцлер в Германии в возрасте 96 лет скончался Гельмут Шмидт. Антидопинговая лаборатория в Москве как минимум на 6 месяцев лишена аккредитации. Это результат скандала, в центре которого оказались российские легкоатлеты. Всемирное антидопинговое агентство уверено, что они массово использовали запрещенные препараты. В Москве обвинения называют политически мотивированными. Однако доказательства, собранные борцами с допингом, говорят о другом. Доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства в спортивном мире ждали с особым нетерпением. Итоговое заявление комиссии ВАДА спортивные функционеры назвали шокирующим. Агентство обвинило Россию в систематическом применении допинга. Мы обнаружили случаи уничтожения проб в лабораториях, денежные взятки для сокрытия результатов допинг-тестов. Скандал разгорелся после показа двух документальных фильмов немецкого телеканала ARD, последний из которых вышел в августе 2015 года. Журналист Хайо Зеппельт собрал данные о многочисленных случаях применения допинга российскими легкоатлетами. Он считает, что к Москве необходимо применить санкции. Давно пора исключить Россию. Необходимо создать прецедент. Это правильный путь. Если действовать последовательно, то изменения произойдут. В России выводы комиссии ВАДА назвали политически мотивированными. Но западные эксперты не сомневаются, что нарушения имели место. Основой для подозрений послужили данные независимого журналиста Хайо Зеппельта из ARD. Потом его выводы подтвердила независимая комиссия, которую собрали как раз для того, чтобы перепроверить эти данные. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ дал России время до конца недели, чтобы представить ответ на отчет антидопингового агентства. Я попросил совет собраться в эту пятницу, чтобы изучить полученный ответ и рассмотреть дальнейшие шаги, которые могут включать и санкции. Не исключено, что из-за скандала Международный олимпийский комитет может запретить российским легкоатлетам участвовать в летних Олимпийских играх в Бразилии, до которых осталось 9 месяцев. Суд в Киеве во вторник начал рассмотрение по сути так называемого дела бойцов ГРУ. На скамье подсудимых россияне Ерофеев и Александров. Они воевали на стороне сепаратистов в Донбассе. При задержании в мае этого года они заявили, что служат в российском спецназе. Однако Москва на их защиту не встала. Переполненный прессой зал суда. За стеклом российские граждане, задержанные полгода назад в Донбассе. Они внимательно читают обвинительное заключение. Вы служили в армии на момент задержания российской армии? Все, к адвокату. Об этом процессе в российских госсми минимум информации. Этим он отличается от процессов над украинцами Олегом Сенцовым и Надеждой Савченко, которых активно поддерживают на Украине. Задержанных россиян не упоминают в своих выступлениях политики, да и митинги в их поддержку не организовывают. В итоге в России о них практически не знают. Я не слышал, и, наверное, меня это не волнует, их судьба. А это писатель или кто? Если это действительно российские подданные, тем более, если это наши офицеры спецслужб, то я более чем уверен, что наше государство просто обязано приложить усилия для того, чтобы помочь им в этом. Кремль дистанцировался от процесса. Минобороны России сообщила, оба военных уволились со службы еще в прошлом году и на восток Украины их не отправляли. Москва не обеспечила подсудимых адвокатами даже как гражданских лиц. Это противоречит словам президента Путина. Люди по разным причинам, оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы. Тем более в сложных кризисных ситуациях. В случае Ерофеева и Александрова Кремль не выполняет своих громких обещаний, отмечают российские правозащитники. В России, так сказать, очень популярный лозунг там, «своих не бросаем». И то, что фактически российская власть ведет вопреки этому лозунгу, но это как-то очень сильно... Это действует, по крайней мере, так, на российских военнослужащих. По сообщениям СМИ, Ерофеева и Александрова могут обменять на Савченко и Сенцова.
Многие наблюдатели считают, что такой обмен возможен после вынесения приговоров. В Гамбурге в возрасте 96 лет скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт. Он обладал огромным авторитетом, и его точка зрения не всегда совпадала с позицией официального Берлина. Так, в отличие от Ангелы Меркель, его относили к числу так называемых «понимающих Путина». Два года назад, когда Гельмуту Шмидту было уже 94, он отправился в Россию, по его словам, с прощальным визитом. Владимир Путин тогда не скупился на комплименты и давал понять, что воспринимает Шмидта как патриарха, перед которым надо, цитата, «отчитаться о состоянии германо-российских отношений». Экс-канцлер – классический представитель тех, кого в Германии называют «понимающими Путина». Шмидт не стал осуждать крымскую операцию Путина, критиковал санкции ЕС против России, а также ее исключение из «Большой восьмерки». К мнению Шмидта в Германии прислушивались. Он был частым гостем различных ток-шоу. Без Китая, без ОПЕК, без Саудовской Аравии и Бразилии управлять мировой экономикой – это довольно наивная иллюзия. А вот таким политикам много лет назад узнала широкая публика, когда молодой энергичный Шмидт был сенатором в Гамбурге. В 1962 году на город обрушилось наводнение. Он проявил себя как успешный кризисный менеджер. И после этого началась его головокружительная карьера. Сначала он занял пост министра обороны ФРГ, затем министра финансов. Наконец, после отставки Вилли Бранта в 1974-м Шмидт стал канцлером. Это были неспокойные времена. Наиболее острая проблема – борьба с левоэкстремистской фракцией Красной Армии, сокращенно РАФ. Апогей – похищение самолета Люфтганзы палестинскими террористами, которые требовали освободить осужденных РАФовцев. Шмидт отдал приказ взять штурмом лайнер, который на тот момент находился в Сомали. В ходе спецоперации из пассажиров никто не погиб. Следующее испытание – экономический кризис конца 70-х. Ответом Шмидта стало проведение первых международных саммитов в широком формате. В 1982 году Шмидт попытался организовать однопартийное правительство и был смещен с поста канцлера. В отличие от многих других бывших политиков, он не занимался лоббистской деятельностью и после отставки стал соиздателем газеты «Цайт», написал несколько книг. Британский премьер Дэвид Кэмерон призвал ограничить свободу передвижения внутри Европейского Союза. Подробности в обзоре новостей. Граждане стран, которые недавно стали членами Евросоюза, не должны иметь права свободного въезда в Великобританию. Об этом во вторник заявил премьер страны Дэвид Кэмерон. По его мнению, право свободно передвигаться по Соединенному Королевству могут получить жители лишь тех стран ЕС, чей уровень экономического развития соответствует британскому. Еврокомиссия обвинила Анкару в нарушении прав человека и ограничении основных свобод. Турция совершила значительный шаг назад в области свободы слова и собраний, говорится в ежегодном докладе ведомства. Действия турецких властей, нарушающие европейские стандарты, препятствуют прогрессу в сближении Турции и ЕС, считают в Еврокомиссии. Запрет на полеты российских самолетов в Египет может распространиться и на другие потенциально опасные страны. По данным российских СМИ, эта тема обсуждается как в Госдуме, так и в Кабмине. В списке стран могут оказаться Ливия, Сирия, Ирак, Турция и Тунис. Украина планирует в среду прекратить импорт электроэнергии из России в связи с подключением третьего энергоблока Ровенской АЭС. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Картина «Лежащая обнаженная» художника-экспрессиониста Амадео Модильяни стала одним из самых дорогих полотен в истории. Ее продали за 170 миллионов долларов. На аукционе «Кристис» шедевр ушел с молотка за 9 минут. Ну а самая дорогая картина мира – это полотно «Пикассо. Алжирские женщины». Оно ушло с молотка за 179 миллионов долларов. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. О развитии событий в следующем выпуске ДВ-новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего доброго!